Здравствуйте, дорогие друзья, с вами опять я, Клавдия Корнева. И вы видите, у меня вот такая грудиночка, прямо мясная, и я ее хочу запечь в духовочке, чтобы была как такая натуральная колбаска, но чтобы шкурка была очень мягкой. Значит, что нам понадобится? Чайная ложечка соли, пол чайной ложки кориандра, вот я сюда поставлю, пол чайной ложки перца, 2 зубчика чеснока и пол чайной ложки горчицы. Значит, я это все буду смешивать вот так сюда. Чеснок я выдавлю и обмажу всю нашу эту грудиночку вместе со шкуркой и в рукав. Будем запекать. И вот я уже все смешала. Видите, такая масса получилась. И теперь я хочу распределить эту массу по грудиночке. Равномерно распределяем все. И вот вы видите, все обмазано, и я буду выкладывать в рукав для запекания. И сейчас завязываем с обоих краев. И вот я уже завязала, видите, с обоих сторон. И выкладываю на любой противень. И ставлю в духовку, нагретую до 180 градусов, на 40 минут. И вот я уже достала, видите, пленку я вот этот мешок не прокалывала. А сейчас я его открою. Так, оно уже немножко остыло, вот сейчас уже пошел пар. Видите, вот такая красивая грудиночка у нас получилась. Видите, еще как бы там кровь есть, да? И я сейчас немножечко, чтобы запечь ее, уже безо всего, буду просто так ставить в духовочку, да? Еще на 15 минут, чтобы она образовалась корочка. И вот наша грудинка уже готова, видите? Очень красивая, очень вкусная, ароматная. Приятного аппетита! Готовьте с удовольствием и радуйте своих близких! И ждите новых роликов. Не забывайте ставить лайки и комментарии.